все же сегодня открою. Ты что-нибудь помнишь из жизни? В общем, друзья, я просто офигел. Оп. Я попал. Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Вот я вернулся снова в ту деревню, где нашел гроб. Сейчас я отправляюсь к тем яблоням посмотреть, там ли этот гроб еще, и попытаюсь разобраться, что же на самом деле происходит в этой деревне. Когда заходил в эту деревню, здесь ни у кого свет не горит. Такое ощущение, будто бы здесь вообще никого нет, либо у них нет электричества. В общем, друзья, я просто офигел, когда сюда зашел. Я сначала подумал, что я не туда пришел. Нет, я туда пришел. Вот это дерево. Гроба нету. И вот эта могила зарыта. Может быть, он там внутри закапан. Я не знаю. Раскапывать, конечно же, не буду. Блин. Конечно, жестко. Ладно, пойду пройдусь по деревне по этой. И, возможно, может, загляну в колодец. Пока я шел к этой деревне, по тропе через яблони, по другой уже тропе, которая была вытоптана и шла от этих яблонь в сторону деревни. И смотрите, что я тут нашел. Крест и этот красный гроб. Пипец. Как он здесь оказался, я не знаю. Но судя вот по кресту, да, и по этому гробу, он реально какой-то бутафорский, потому что сколочен, вот как я вижу, из фанеры, из какой-то фанеры, да. Ну и также походу крест. Хотя точно не знаю про крест, но вот гроб точно какой-то бутафорский. Сейчас я его открою и посмотрим, что там. Наконец-таки. Многие просили, чтобы я в тот раз... Почему я в тот раз не открыл? Я думал, друзья, что там ловушка. И поэтому я не открыл. И сейчас, даже сейчас, я не знаю. Может быть, здесь тоже какая-то ловушка. Не знаю, там фигня сейчас выскочит. Ну, я все же сегодня открою. Ну, и он не так-то... А что, заколочен? Походу, да. Его не так-то просто открыть. Да, друзья, походу он заколочен. Сейчас я камеру поставлю. Нет, сейчас я, друзья, камеру на грудь зацеплю. Блин, там, друзья, что-то скребется. Не знаю, что. Ну, вибрация была, будто бы там кто-то скребется. Давайте сейчас я оторву эту крышечку. Мы глянем, что там. Ну, точно из фанеры. И он, походу, пустой. Сейчас я камеру туда
опущу. Да, друзья, это явно бутафорский гроб. Здесь ничего нет. Вот так вот. Ладно, пойду я дальше, не буду терять время. Сегодня я без палатки, поэтому ночевать я здесь не буду, оставаться. Чисто сейчас пройдусь по деревне и буду возвращаться к машине. Иду по этой деревне, света нигде нету. И, кстати, больше этого воя, от которого был, его тоже не слышно. Странно. Наш дом. А это, походу, заброшенный дом. Точно. Да. Это заброшенный дом. Да, тут, конечно, жестко. Не знаю. За этим домом, вот как раз тот дом, где я видел людей в тот раз. Еще когда приезжал в первый раз сюда. Но к тому дому я подходить что-то стремаюсь. Реально. Фиг знает, что у них на уме. Поэтому я останусь в этом доме. Попробую здесь провести сеанс ЭГФ. Может быть, что-нибудь здесь есть. В общем, сейчас я залезу сюда. Здесь вообще полный краш. Опа. Туда мне не пробраться. Во вторую комнату. Надо чердак посмотреть, лезть. Что там на чердаке? Зеркало. Старое-старое зеркало. Сейчас покажу. Опа, а здесь крыша-то. Упс. И походу стояла печка.
здесь обвалилась крыша. А там старое зеркало. Пипец. Так, друзья, сейчас попробую здесь провести сеанс ИГФ. И я давно хотел, так сказать, сделать небольшой эксперимент, провести эксперимент. Вот. Установлю там камеру внизу. Нужно будет сейчас слезть вниз, установить вторую камеру. А здесь я уже наверху проведу ЭГФ, сеанс ЭГФ. И заодно сразу же после ЭГФ эксперимент. Посмотрим, если здесь кто-нибудь ответит мне по ЭГФ, то будет хорошо. Так, друзья, все, достал ЭГФ, камеру. Тот, кстати, пауэрбанк сгорел. Возможно, это из-за него было воспламенение, из-за того пауэрбанка старого. Потому что он, в нем даже потекли батареи, которые в нем были. Сейчас я подсоединил сюда новый пауэрбанк. Надеюсь, этот не сгорит. Вот, сейчас сюда я поставлю ЭГФ. Какая-то странная коробка. Это какое-то старинное радио было когда-то. Вот. Тут звезда какая-то нацарапана. Странный знак. Так, ну все, в общем, буду приступать. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Тишина. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Да. Кто ты? Кто ты? Я жива. Я жива. Что держит тебя в этом доме?
блин, пришел заброшку и сразу же мне ответили. Такое редкость. Вот честно скажу, такое редкость. Что тебя держит в этом доме? Ты помнишь что-нибудь из жизни? Ты что-нибудь помнишь из жизни? А что потом? Что потом случилось? Чей голос? Чей голос? Ладно. Но не вижу. Опиши место, где ты сейчас находишься. Опиши то место, где ты сейчас находишься. Я в доме. Я в доме. Все так же. Все так же. Как и в последний раз. Этот дом уже разрушился со временем. Ты об этом знаешь? Этот дом уже не такой, как прежде. Нет. Здесь все как было. Здесь все как было. Тебе тут плохо? Тебе здесь плохо? Нет. Что? Отвечать. Мне трудно будет отвечать. Что происходит в этой деревне? Блин, даже охрип. Что происходит в этой деревне? Чего боятся люди в этой деревне? Тут нет людей. Но я видел здесь людей. Кто они? Кто эти люди? Я здесь видел людей. Кто эти люди?
Ты еще здесь? Походу ушел. Но этот дух сказал, что ему трудно отвечать. Видимо, слабая энергетика. Чуть позже еще раз попробую провести сеанс ЭГФ. А пока сейчас проведу эксперимент. Сейчас спущусь вниз, поставлю там камеру. Я вышел на краю, бля. Ай-яй-яй. Палка это мешает. Сейчас. Опа. Я попал. Так, друзья, я наступил на осиное гнездо. Друзья, я сейчас буду опускать фонарь с красным фильтром вниз. Вот. Там какие-то стуки. Туда мне, к сожалению, не залезть, потому что там гнездо осиное. Придется спускать фонарь. А потом камеру следом за ней. Как бы это все удержать.
Ну, в общем, друзья, эксперимент с мукой, я не знаю, получится или нет. Говорят, там можно увидеть силуэт. Но здесь, так как маленькое помещение, и рассеивать надо немножко по-другому. Засыпается в шарик, и шарик этот лопается. Вот. Ну, можно еще каким способом это, ну, рассеять муку по всей комнате, допустим. Здесь это очень сложно, потому что здесь развалины. Здесь толком никуда не наступить. Внизу в комнате там осиное гнездо, что также опасно. Обкусают. Вот. Не знаю, посмотрю потом на той камере, что там получилось с этим, так сказать, называемым экспериментом. Эксперимент не сильно удался. Вот. А что именно вот там, что это были за стуки и засняла ли что камера, я тоже чуть позже посмотрю. Не знаю, она, камера крутилась сильно, поэтому не знаю, засняла она ли что-нибудь там. Вот, все, сейчас я буду пытаться еще, наверное, проведу сеанс ЭГФ, попробую. Если здесь кто-нибудь ответит, то это вы увидите. Блин, все под... Пробовал провести сеанс ЭГФ, полная тишина, никто больше мне не отвечает. Ну, в принципе, стуки, как таковых, особо нету. Вот только что было в той комнате внизу. А вот этот дух, который здесь находится, ну это понятно, что это не демон. И у него энергетика слабая. Все, что он мне ответил, он жил в этом доме. Получается, вот где он сейчас находится, он находится в этом доме, но он видит все так, как видел при жизни последние его минуты. Вот, и я так понимаю, это место что-то наподобие астрала, вот, где он сейчас находится. Поэтому он не видит всех вот этих развалин, то, что здесь произошло. И вот еще странно то, что, почему он сказал, здесь нет людей в этой деревне. Потому что в тот раз, когда я приезжал, я видел здесь людей, но сегодня, да, вот сегодня я прошелся, сегодня я никого не видел. Упс. Что-то обвалилось. Вот. Поэтому, не знаю. На этом, я думаю, все, друзья. Сейчас буду собираться, пока собачий лай притих. Буду выходить с этого дома и окольными путями как-нибудь выбираться отсюда до машины. Потому что если это дикие собаки, то это большая проблема. В общем, все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на мой лайв-канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Всем пока.